Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Следственным комитетом России совместно с ОМВД по Ульяновской области задержан 17-летний житель Димитровграда, который в мессенджере Telegram публиковал материалы, содержащие ложную информацию об угрозе теракта на территории города. На время оперативно-розыскных мероприятий фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, создающее опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление на их общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.